Привет, сегодня на обзоре вот такой вот полицейский патруль, или называют его еще перехватчик. Джип у нас такой, серия Лего. Лего Техникс, моделька 42047, от 7 до 14 лет. Имеется реверсный двигатель, ну, реверсное устройство. Количество деталей, по-моему, здесь не указывается. Деталей не так уж и много, они достаточно большие все. И также возможность из двух моделей собрать одну. Куплена у меня уже вот моделька, это у нас 47-я, вот это, и куплена 46-я. Буду соединять из них, получается вот такой вот экстремальный полицейский гонщик. Посмотрим, что получится. Здесь у нас шестиколесная машина получается. Наверное, будет достаточно крупная. Так что, если кому будет интересно, подписывайтесь. Стандартный буклет. Все подробно описано, все интересно. Собирается это достаточно быстро. За счет того, что детали достаточно крупные. Колеса у нас размерчик 43,2 на 22. Прогибается. Немножко подпружиненная машинка получается за счет таких вот колес мощных. Также в этой серии имеется, вот я как сказал, из двух можно собрать одну. Будет обзорчик сначала на эту, потом соберу и будет обзор на две части. Также имеются самолеты всякие этой серии. И есть совсем дорогие модели, там тысяч по 15, наверное, огромные машины, что, может быть, в будущем когда-нибудь и куплю. Такая непривычная машина, привык я к серии City. Здесь же такая прикольно выглядит, я бы сказал. Детали в этих вот, в этой серии, что у меня вот этот квадроцикл, которому уже полгода, ни одна деталь не потерялась. Хоть они там об стену бьются. И что меня удивило, первый раз я увидел на серии Лего. Здесь у нас, как получается, колеса. И здесь как бы колпак такой. Диск сделан. Красиво сделано, прикольно. Здесь наклеечка наклеивается. Все детали крепко сидят, как я уже сказал. Ничего не отлетает. И она рассчитана, что ими не просто так на столе играет, а где-нибудь уже по полу катает. Механизм работает четко. На всех они, вот сколько у меня есть машинок, одинаковые вот эти реверс. Так что покупайте, вещь отличная, ребенку нравится. Все красочно и круто выглядит. Ну, кому будет интересно, подписывайтесь. Буду соединять их две. Также хочу еще вот докупить к этой машинке. Там есть тоже и будет тоже большой как бы джип такой. Так что спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь. Спасибо за просмотр. Пока-пока.